Хей-хей, hey, это Just Play It, ретро-насилие, и мы продолжаем играть в припасы. Supplies, как они говорят. Ты уверен, что мы здесь? Да. Я еще и сверху сохранился, короче. Это похоже на камеру. Или на мигалку. Не на мигалку, согласен. Что у нас осталось? 19. Есть огнемет, есть этот. Но в руках у меня, конечно же, ничего нет. Так, я вам потыкался. Ну, допустим. Привет опять. Так, теперь какие-то генераторы включать, чтобы энергия была. Нептун. Администрация, security, бла-бла-бла. О, можно перелистывать обратно. Анихиляция, популяция, бла-бла-бла. Что-то они тут экспериментировали, походу. Может быть, это не пришельцы? Хм, 13% успех. Звучит как план. Ты слышишь эту корову? О, там ночь, там лес. Я иду, иду. Понял? Как тебе такое, Илон Маск? Мистер Криктун. Патроны мне сэкономили, да? Прикольная тема, я стреляю, у меня патрон улетает в воду. Даже порадовало меня немножко. Но тут только... Ах ты сука. А ты тоже. Это, кстати, женщины. Равноправие. Убиваем всех. Вне зависимости от пола. Я ведь, когда хочу стрельнуть очередью, я должен целиться. Вот это прям дикость. Хрена себе, в упор. Согласен, неприятно. Я тоже так могу. А я хочу подняться. А, вот тут надо подниматься. Через КПП. То есть можно тут маслинку словить дробашную. Что-то дали. Пойди пойми, чё. Так. Женщина. Я не танцую. Оп. Привет. Патрончики полные. А чего у меня полные патрончики? Уже нет. О!
мост, люди гуляют по мосту. Ха. Я понял. Мост был не поднят. Возможно, тут эти люди пытались спастись, чтобы зараза не пролезла, но она прошла сзади, в спину, с тылу, со спины. Понял, не дурак. Хрена мне полную жопу бананов натолкали. Короче, надо не экономить на дробаше и на патронах. Ближний бой это хорошо, но когда они все стреляют. Nope. Отличная шутка, тетка. Надо. Там кто-то стреляет по мне, прикинь. Ладно. Че хоть бы жизни кто оставил? Ну, короче, уже просто в ближний бой не подерешься. Теперь надо, блин, избегать боеконтактов, в смысле столкновений боя. И это прям... Нормально я нарвался. Бля, ребята, никто здесь не оставил мне жизни. Там просто народу до хера. Можно было издалека их пострелять. Я же побрезговал поцелиться. Ну, поцелюсь, ладно. Окей, так уж и быть. Безопасно, убьем их. Ну, так-то я всех убил, просто... Слишком они плотные, все с дробашами и охуевшие. Блядское солнце. Просто нарисуй кружок, зачем так-то? О, жизни. Но мы наученные опытом. Подозреваю, что раз мы подняли мост, можно опустить мост. Nope. Ладно. Чуть рот не вырвал, не оторвало от чихания. Так, но мне вопрос. Фига тут. Мне вопрос. Мы... А вот тут есть вход. И он находится на том месте, где я. Вот такой контейнер палевный. Прям так. Очень подозрительно. Прям маленький контейнер спрятанный, блин. Ну, короче, здесь я ничего не нашел. Может быть, нам повезет спуститься туда взять. Но окей. Может быть, там дальше будет спуск вниз. Потому что там... Там где-то можно зайти туда. Ну, окей.
что, матерый, что ли? Ха. Похер. Патроны мы найдем в крайнем случае. Ключ охраны мне нужен. Спрятан здесь. О, тут прям лабиринты так лабиринты. Разберемся. Это какой-то новый тип врагов. Привет. Лестница. Достижение, достижение. Так, данные. Что такое? Бесполезно. Бесполезно. О, прыгающие меня ждут. А-а. Ну, я уверен, что они ждут. А ты говоришь, а-а. Короче, привыкать к ближнему бою не стоит. Такое ощущение, что кто-то там вышел. Мы здесь открылись. А, мы сюда не заходили. Ну там разберемся. Говно вопрос. Я первый успел. Так, второй за мной бежит. Аптечка. Ты чё, типа из хищника, что ли? Быстро с дерева слез. Не успеешь отвернуться, как уже женщина, блин, по карманам шарится. А, не хватает ракетницы. Привет, дорогая. Хрена. Понял, не дурак. В смысле? А, двойной ключик. Я просто сбежать хотел. Так. Пугаешь меня своим передвижением, блин. Хорош. Нормально, женщина. Никого. Блин. Хедшот в движении всегда любил, но тут просто вариантов нет. И если ты не перестанешь двигаться, ты перестанешь двигаться. Цитата великих. Так, кольнемся за периметром, хорошо. Зеленый, короче, женский, мужской, я понял. Но тут все однополые женщины ходят. И однополые мужчины. Все. Монстровидные, так что. Сильно мы в этом не проиграли. Ты с дробашом шел. Вижу. Ничего личного, просто патроны берегу. Сучара.
Тоже такой. А, вы из другой двери? Я думал, вы из той, откуда я пришел. Слышишь, они из этой двери вышли. Я здесь был уже, никого не было. А откуда они здесь? Ну, патроны жизни пока дают. Надо идти так. Ха. Ага. 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 Эй, открой дверь. Дырень такая. Тут какая-то кнопка. Хорош! Это типа быстрых импов, но хотя тут еще и Дюк Нюкен виноват в их появлении. Хотел сказать, я начинаю раскушивать с прицеливанием. Ну, потому что автоматическое. Пошел нахер. Я тут хвалю винтовку. Зарядиться. Так, еда в порядке, я в порядке. Что ж. Сейчас, момент. Спасибо. Я тут шерстяные собаки на ноги одел. Как минимум лучше. О, следы от пуль. Мне нравится. Кровь. Но кровь слишком мало. Ну тоже. Хотя бы спасибо, что есть. Вы охренели, что ли? Вижу. Моя первая смерть. Так, нет, так не пойдет. 15 этих. Да отвали же! Так, мне не нравится. Бля, у меня мало жизни. Ну, жизни хуй с ним. Патроны, блин, так медленно надо перезаряжать. Вот меня зажали, чем мне, блядь, переключаться на это говно? Пилите, твари.
Меня убили не из-за того, что я тут протерялся, а из-за того, что в закрытой территории все проходы, сука, закрыты, еще и это говно вылазит, блин, дубликацией. А я еще побежал не в ту сторону, да? Я сюда побежал. Я в панике просто был. Надо было сюда бежать и выходить здесь их бить. Ты смотри, ждет на бережку. Да какое же это дерьмо? Дайте мне нормальное, сука, автоматическое говно. Ну окей. Я не знаю, как реагировать. Пустить на меня толпу каких-то ублюдков. Дробаш кончился. Дробаш мощный, но медленный. Хрен с ним, с этими патронами. Она убогая. Но по одному патрону, ладно, еще неплохо. Хедшотить, но, блин, у них жизни миллион просто. Она не с одного выстрела убивает, как вот в Brutal Doom играешь. Там все нормально. Там райфл можно всю игру использовать, спокойно дойти, она тебе будет помогать, блин. Особенно, блин, с прицелом это прям штука офигенная. Здесь, ну, блядь, я понимаю, что это первое стартовое оружие, потом будет лучше. Но, блядь, вот меня зажали, блин. Мне некуда бежать. Чё мне делать? Мне переключаться на это говно нужно было, а я что-то затупил. Ну, короче, тут можно умереть. Первый раз я умер, блин. Вообще неприятно. Я умер не из-за того, что я меня зажали. Меня тупо зажали. Твари бездушные. Еще и эти регенерирующие, блин, коконы. Ну, точнее. Бля, я думаю, это она. Вот чем мне биться в помещениях? У меня патронов нет. Дайте мне больше патронов на дробаш. 63. Я так понимаю, всего 63. Я понял, вы хотите моей крови. Вот моя кровь и лежит. Сука, не попал, что ли? Да сколько его надо бить, блин? Я тут сверлил его неделю, блин, и на меня прилетела еще эта херня, покусала меня. Вода не восстанавливает? Нет, конечно. Спасибо. Дай дробаш. Как обычно, блин, нормальное оружие не дает. Бесите меня поведением своим. С райфлом здесь выживай, блин. В тупиках, где тебе зажимают по 5 человек. Ну, правда, уже ни хрена не людей, но все равно. У нас есть броня.
Но, как показывает практика, толстяк типа акулы нас зажимает, и мы уже нифига не невинные. А тем более мы играем за женщину. Ладно бы изнасиловали мужчину, я бы еще поверил. Он бы это стерпел. Но она... Чего мне не нравится это место? Куча ссаных дверей. У нас ничего нет, мы ничего не взяли. Так, вот мы здесь. Вот мы здесь зашли. И вот эта дверь... Вот она. Пиздец, сколько ему надо. Это что? А, отремонтировал броню. Она у меня не целая, она просто валялась. Ну ладно. Просто подбешивает вот это... Классический урод с дробовиком. Так это же не охранник, это же просто зомби. Но тут типа охранник должен просто стоять в полный рост? Я не понимаю, ну... Сам дизайн, откуда ты здесь? Я пойму, если бы просто... Но, видимо, не пойму. Плохой звук, плохой звук. Оно боится. Но это плохо. Вот этот коллега, который мне с дробаша всадил, принес мне патроны. Это мне через окно выходить, забирать потом. Классический секрет. Могли бы и патроны на дробаш дать. Дают какую-то канистру, электричку. Патроны есть, стволов нет. И это на самом деле подбешивает. Там нас никто не ждет. Снизу они не палят, хорошо. Короче, так как мы не прыгаем, надо эту штуку как-то опустить. Ну да. Ну, сорян, чё дали? Уникальный вид оружия. А я хочу туда. Спасибо. Ладно, хотя бы они близко. 9 патронов мне оставили. А тут что? Какие?
какие-то мне апгрейды дают, хрен пойми, что как их ставить. Я надеюсь, они сами поставятся. Не нравится мне эта комната. По классике жанра здесь будут вот этот лифт открываться и вот этот лифт открываться. Оттуда будет с волота идти. Классика, я же говорил. Кажется, ты принес мне миниган. Ты принес мне миниган и не дал мне миниган. Что за человек такой? Ну ладно. Ружишка. А он больше патронов теперь. Короче, каждый раз, когда я подбираю оружие, оно модифицируется. У меня дробаш 66 и был 60. 315 патронов было на эту. Ну, то, что так, это уже хорошо. Райфл. Зеленый. Синим. Так, это что за звук? Понятно. Да я понял, понял. Мне не рады. Похоже, что-то новое. Срочно. Школа Шварценеггера. Он теперь по два. Вообще нормас. Теперь о прицельной стрельбе не может быть и речи. Теперь постоянно бомбилово будет. Ну, неплохо, но патроны улетают, конечно, лихо. Еще и целится, и в два раза быстрее. Ну, слушай, зато это как иноспер полноценный в торнаменте. Двухствольный. Это прям дань старой школы. Понятно, что это больше на какой-то блат отсылка, там они с двумя стволами бегали. Но я почему-то помню именно в торнаменте это. То есть ты с иносфером высаживаешься, самый удачный, нормальный соревновательный шутан. То есть ты сразу с оружием приземляешься. Сейчас в играх ты высаживаешься с чем? Ни с чем. Королевская битва, спасибо китайской фильмографии, говорит о том, что ты высаживаешься без оружия, либо ствол, либо этот. Также еще круто сваренные были сделаны, поэтому в королевских битвах ты без ничего приходишь. А здесь, как в торнаменте, сюда не вышли, еще одна дверь есть, и там что-то нас ждет. Думаю, пришли. Ну, неплохо наваливают противников. Но вот так тут пожить еще есть шанс. С таким подходом. В плане... Нам нужен ключик. Жизни.
С двумя пушками выжить и легче. Патронов, конечно, улетать будет больше, но... Но выжить будет легче. Не уверен, что будет легко. Я бы сказал, будет просто много перестрелок, больше. Ну, тут прям вот как я люблю. Все эти... Есть жанр, есть паузы, есть... Моменты сражений. У нас есть синяя ключ-карта. Нужно зайти в зеленую дверь. Охранная дверь, охранный ключик нам нужен. Охранный ключик. Судя по всему, вот как понять, какой из них какой? Но, судя по всему, это как раз тот уровень, по которому я шел. Входы, входы, карточка А. А, точно, это мне сильно помогло. Где секьюрити? Ладно, разберемся. Карта абсолютно не помогает. Так примерно посмотрел, что... Что? Вот здесь открылась дверь. Хорошо. Так, это они отсюда. Как в зубастиках, не заходи и не закрывай за собой дверь, блин. Стало удобней. Дробовяш, дробаш мне принес, молодец. Не знаю, под чем они, но они стреляют все так же хорошо. То есть они как минимум стреляют. Извини, я не переключился. Надо было. Дверь открыли. Походу, нас кто-то там ждет. Так, ну что ж, это было забавно. Вот когда оружие есть нормальное, здесь и подвигаться можно. Тварина. Пол жизни. Никто там сзади не идет.
Патрончики начали давать от них, хорошо. Я извиняюсь. Не извиняйся, просто отключись. Человеческий кризис. Я могу сказать, что... Я могу сказать, что здесь не человеческий кризис, здесь отсутствие нормальной жизни. Нам надо где-то жизни найти. Ну, уровень сложности сложно как раз для меня. О! По крайней мере, мне комфортно на нем играть. Я могу умереть, если не двигаюсь. Ну, то есть, если ты будешь не двигаться, не будешь двигаться, ты будешь недвижимым. Не будешь двигаться. Ключ-карточка зелененькая. Там броня. Значит, где-то здесь должен быть вход. О, привет, как дела? Я же говорю, это акулы. В три стороны раскрывается челюсть, руки в крови. И они будут выходить, когда я возьму ключ-карту. Ну что за пидарьё? Француз. Пидарье, пидарье. Тара-тара-тара-та. И все это на такой маленькой локации. Ну то есть это второй уровень. По ощущениям, что мы где-то уже на четвертом идем. Но жизни тут, вот меня ждут жизни, ждут люди. Где тут войти? Как туда попасть? А, это финал. А, это не финал. Это жизни мои забрать, то я понял. Кончилось? Серьезно? Бля, меня подвело оружие. Да я понял. Пять этих, поэтому я... Сука, я рассчитывал, что у меня есть дробовые патроны. Два есть, я не могу выстрелить, ничего, я еще на это отвлекаюсь. Броню мне дали, спасибо. Так. Ну, добро, хорошо. Nope. Ладно, говно вопрос. Раз такое дело, сходим, заберем свою жизнь. Там они, он гуляет. Охренели. Вот. Два, блин, патрона на дробаш. Он не стреляет. Поскольку же он стреляет? Херели что-то. Прикинь, они мне просто вход закрыли, блин. То есть я пытаюсь пути отступления придумать, они высылают на меня, блин, этих слизней. Вот сука. Кто, сука? Ну, понятно, классические ловушки, конечно. О, жизни. Патроны, которые я тут истрепал очень быстро, спасибо. Я думал, тут патронов до хера остается. А мы сейчас их расходуем просто пиздец. Раньше-то я стрелял с одиночными, а тут я теперь стреляю, блин, с двух стволов, блин.
Потому что тварей стало больше. Жизней, ну, так дают. Мне не хватает патронов. Это опять моя нелюбимая боль. Чё? А в воде мы медленнее. Прикинь, да? Шел так нормально. Две западни. Две нахер западни. Из которой не выйти, она не выпускает. У меня нет нормального оружия, чтобы просто, блин, хотя бы ретироваться. Охерели, прикинь. Я, короче, знаю эти штуки хитрые, но тут прям сделано ловушка так ловушка. Ты хер сбежишь. В думах каких-нибудь играешь. Ну да, окей, все нормально. Но там всегда есть шанс, что ты там сунулся, кто-то там показался, и ты отступил. А тут хер. Тут ты зашел, за тобой захлопнули дверь, и еще и, блядь, сзади, блядь, вылезли какие пидоры. Ну, чуваки, 27 патронов. 6 на дробаш. Ну, это не серьезно. Бля, вообще назад сбегать. А там нету ни хера же. Я уже возвращался сюда. Ну ладно. Будем искать выход. Вот тут nope. Не открывается. У меня синяя и зеленая там. Короче, этой карточкой можно две... Ну, одной карточкой... Одну дверь двумя карточками. Вот суки. Типа, задабривать меня начал. Одиннадцать патронов. Это значит, что скоро мы перейдем на... По-моему, у этих типов с пулеметами две головы. Зашли в оркестр. У пулеметчика должны быть патроны. По логике. Они стреляют с таких же дробашей, что и я. Мне патроны надо беречь, извините. Желтая ключ-карта, ключ охраны. Так. Ну,
Жизни есть, патроны есть. Хорошо, что вы патроны даете. Без патронов тут было бы печально. Мне нужен вот такой ключик. Отсюда выйдет с волота. Мы будем с ней долго целоваться и танцевать. Ну, короче, я потреплю жизни. Отдам все патроны и пойдем на следующий уровень. Давайте теперь всех обыскивать. Со здоровьем-то вроде ок. А вот с патронами... Но уровень сложности прекрасен. Рюкзак. Что мне дали? 204 патрона? Погоди. Прекрасно. Патрончиков мы подсобрали. Окей, окей. Мы сейчас туда придем, не кричи. Жизнь, запомним, что они здесь. Понятно. А зеленая в заманухе лежит, помню. Это тоже в заманухе лежит. Я сейчас полезет всякая тварь. Просто патроны экономлю. Прыгнуть хотелось. Жопа, что ли, горит? Откуда прилетело? Ага. Сок она не стреляет, мне... Сок она не, суки, меня расстреливает. Хорошо. Уже нет. И сразу жопу закрыли. Нормально. Нормально, нормально. Ты сука. И сразу, блин,
с жопы, блин, вышел толстяк, блин, акулий. Охуели. Акулели. Чего здесь насилили друг друга? Да эти твари пошли нахер. Сук. Дай патронов, тварь жадная. Блин, охереть, куда нахер так мне бежать? Где твой собрат? Некогда. Патронов нет. Я слышал тебя, рация, что вам нужна помощь. Но там вот эта херня летает. А у меня 6 патронов дробаша и ни шиша, как у латыша. Но на самом деле это не серьезно, парни. Надо патронов. И побольше. Нормально они так выходят. Ты принес патронов? Главное сбежать, блин. Чё ты прыгаешь на меня? Патроны лежат. Круто, спасибо. Я пас. Чё я тебе сделал? Отвали. Ну, хотя... Давай, иди сюда. Колесо какое-то летающее. Вообще жесть. Патроны, вот дай мне их. Радио, окей. Патроны и жизнь. Тут, блин, людей вооруженных, как на военном объекте. Nope. 12 патрончиков. Жопа, никто не выйдет, как обычно, блин. Ладно, будем этой штукой патроны экономить. Mm-hmm.
везде эти сетки ссаные. То есть, блин, все время дамаг пролетит. Не спрятаться за стенку, ничего. Но мы, по крайней мере, их разгрузили. Тварина кусается. Я вижу, что ты подбираешься со спины. Как рыцарь ада, блин, сука. Прыгает еще. Уебище. Такой толпой они тут бегают. Nope. Что nope? Ты не согласна? Да, блядь, мне патроны нужны. Nope. Хрен мне на этот ключ. Давай, колени сломай, блин, пидор. Охренели, что ли, такой толпой тут бегать. Сам едь туда, мне патронов нет. А это один. Ну, то есть, одно направление, куда я сходил. Тут есть второе, куда я еще не ходил. Здесь такое же говно начнется. Ну, будем выживать тогда. Что тут поделать? Я понял тактику, я уже понял тактику. Выманивайте все. Все укусило. Идеально, но лучше. С той стороны как-то можно зайти. Ну как раз я с той стороны походу и иду. Жизни, мало жизней. В целом мне все устраивает. Лезешь на рожон, будешь такой же, как они. Хорош. Эти прыгают как импы. Знакомые типы врагов, короче, можно их предугадать, где они появятся, что они сделают. Много ему надо.
сука, ведь оставил живых с дробовиком, блин, а? Патрончик. Короче, если зажимают... Nope. Не сдавайся. Nope. Ха. Nope. Мост опустить, потом поднять. Nope. Нет? Тут, короче, через... С той стороны где-то выйти можно, получается. Через тот вход. Ой-ой-ой. Так понимаю, нас ждет веселье. Почему она мертвая? Когда я ее убил? Понятно, это был спойлер. Я пулеметы пошли. Оказывается, можно опечалиться. Это прям болезненно. Прыгают на меня слоны эти ебаные. Да. Хрен с ним со слоном, я бы подвигался, но эти твари затормаживают движение, не дают никуда, блин, двигаться. Это прям плохо. Я понял. Я прыгнуть-то не могу, да? Прыгнуть-то я не могу. Твари плодоносные, блин, тут понаплодились. Судя по всему, патронов у меня нет. Но на дробаш остались, и это хорошо. Отличная работа, говоришь. Кто бы ты ни был, пошел ты нахер. Сходи-ка здесь, погуляй по этим местам. Шесть 25 3, бля. А, она выход зовет. А где у нас выход?
это экран охраны. Вот он, выход. Nope. Ну, как-то его надо открыть, значит. О, тут где-то... Что это? Что-то тут не срабатывает, либо он на нижний цепляется. Мне как-то надо подняться. Мне все еще нужен зеленый ключ. А это значит, что мне нужно выйти на выходе. Мне нужно еще с той стороны как-то залезть. Тут типа мост с той стороны ведет. А здесь нужно починить. Короче, здесь, походу, надо что-то починить, чтобы подняться. Потому что элеватор здесь не работает. Это же лифт. Короче... Надо тут найти дверь, когда я не заходил. Вот элеватор. Работает. Как туда попасть? Nope. Еще и этот не опустился, блин. Короче, гулять тут еще и гулять, я так понимаю. Зеленый. Так я по логике вещей просто дверь, наверное, там открыл, которая к зеленой карте ведет. Синяя дверь. А вот у меня синяя карточка есть. И я могу туда попасть. Как туда попасть? Вот тут я захожу. А-а-а, прикинь. Мне нужна зеленая карточка, чтобы попасть в синюю дверь. Но... Ждать, что они здесь не появятся, конечно. Они всегда будут появляться, потому что здесь... В дверях, в стенах все спрятано, блин, охренеть. По миллиону, блин, они сидят. Это их планета, а не наша. Мы сюда просто прилетели. Слишком они организованно тусуются. Короче. Водопад. Кстати, мы к терминалу тоже ходили. Здесь мы дрались. Но непростые уровни, непростые. Тут ты что-то до хера. А где я видел карточку? Где-то я тут проходил. А, вот здесь, да. Заканчивал, правильно. Спуск вниз. Еще один подъем. Кто-то будет подниматься. 20 патронов мне дали, прикинь. А, и сейчас эти твари будут выходить. Можно было бы не дуплетом, но я дуплетом пойму.
Какие же они бесячие, эти летуны. Так, окей. Сделали полный круг. О! А что дали? Ну, что-то дали. Так, мы взяли карточку, а подобрали ли мы жизни и патроны? Мы тут бежали. Отстреливались, Все-таки они двуглавые. Классическая замануха. Вопрос. Вот где он там ходил, как мне туда попасть? Это я понял, где параллельно идет дверь, тоже куда-то туда. Ага. Ну там броня, и туда бы как-нибудь бы попасть, но скорее всего я с той стороны буду попадать. Прикольно. Так, аптеки запомним. Аптеки запомним. Так, это я помню. Эту комнату, из нее я как раз их и увидел. Так, у нас появился ключик. А это значит, что надо возвращаться в место, где была дверь. Вот сюда. А, мы здесь и вышли как раз. Зеленая карточка мне пригодится там, где мы были. Тут никто больше не выйдет. Он, может быть, и выйдет. Так, мне нужен ключ охраны. Патроны. Аптека еще одна. Что ж. Шокирован то, что пишет это. Какая-то вода, несколько уровней. Пить безопасно. Допустим. Nope. Человеческое лицо. Ай! Ай-яй-яй! Мы же не прыгаем, я уже привык, блин, всплывать на этот. Ну, короче, мышкой мы тут плаваем. Кстати, мы же можем доплыть до того места, куда он там мне показывал золотую монетку. Вот. Какая-то секретка. Опять эта голографическая херота.
с их кровью. Knee dead in the dead. Knee deep in the dead. Это голова в думе, блин, целая. Это отсылка, короче. Никаких чужих не надо тут вылазить, и сколько нам. Офигеть, они тут вылазят толпой. Что я беру, непонятно, но если дают, надо брать. Ладно. Вот мы и зашли в оркестр. Уровни-то нифига не маленькие на самом деле. Здесь охреневаешь в некоторых местах. У меня есть две карточки. А вот это плохо. Откуда они здесь? Они еще и под водой могут? Сука, мы тогда будем в водных уровнях здесь охреневать? Кислород тратится. Так. У меня самый главный вопрос. Зачем я это делаю? За секретами сходить? Сходи. Nope. Все с дробашами, охренели что ли? Мне патроны надо беречь. Вы как хотите. Так. А что вы здесь вышли? Здесь ни двери, ничего. Ну то, что вы патроны мне принесли, это прям хорошо. То есть они просто на выходе меня поймали. А я по логике вещей должен открыть эту дверь. Я должен опустить, чтобы карточка мне опустилась. Я потом войду сюда и сюда. Вот эта штука как раз открывает ворота. Короче, мне тут еще гулять и гулять. Ну, окей. Вот эту надо как-то опустить. А для этого надо в комнату охраны зайти, наверное. Так, зеленый. А-а-а, это с другой стороны выход. Жизни патроны. Nope. Что-то новое. Да нет, все та же замануха. Все та же замануха, парни. Но попытка неплохая. Засчитана. О, мы туда идем наверх.
Короче, мы, наверное, поднимемся там, где я хотел, в броне. Двоих этих ублюдков надо взять. Удобный, приятный дробовик. Вот тут, как говорится, он чувствуется. Хотел за текстурами спрятаться, ага, он перепрыгнул их. Но будем знать, что они прыгают дальше и не ошибаются в прыжках. Но в целом, хороший дробовик делает игру. И этот прям шикарен. Ну и плюс тут ситуации сделаны грамотно. Сейчас я нажму на эту кнопку, мы будем спускаться вниз и охренеем, потому что нас встретят. Я на всякий случай свалил. Вот-вот, я про это и говорю. Ты мне дрянь загораживала, блин. Это какое-то яйцо из этого. Как его зовут? Берсерка, блин. Только в кольце. Жизнь. Молодцы, вовремя. А-а-а, как мне ее опустить? Я возьму, и кто-то выйдет? Никто не выйдет? Никто не хочет выйти. Твари бездушные. Конечно. Чё, кто-то хочет зайти? Давай-ка ты погуляешь. Пошёл нахер, пёс. Так. Круто. Дырка в полу. Техника безопасности вообще не соблюдается. Жизни, жизни, жизни. Все в порядке с жизнями, кстати. Ну, в целом, это прям хороший, хороший продуманный шутан. По всем показателям. Так, броньку я взял, так что париться больше не надо. Так, мне осталось, знаешь что? Мне осталось, по идее, только выйти. Но здесь была еще какая-то штука, которая прям стояла, и ее надо было взять. И только в определенном момент я ее мог взять. Ну, по-моему, я все, что нужно, уже цепанул. Допустим, предположим, пойдем. Да, я, видимо, все взял. Двери проверяем. Они закрыты. Есть здесь два входа. Желтый и синий. Вот это я хотел проверить. Все так же не работает. Короче, это какой-то каличный лифт. Нет, они обычные двери, я смотрю. Тоже такие же. Короче, что-то мне это... Вот.
Окей, окей. Побьемся с безопасного расстояния. Nope. Теперь я использую эти решетки в своем. Че, яйцо обижает тебя? Даже свои? Патрончики и жизни. Шерон, какого хуя? Короче, я так понимаю, это Шерон, это компьютер все-таки. Вот, Шерон, искусственный интеллект. Ты грязная персона. Все понятно, короче. Здесь взбесился искусственный интеллект. И всех ебанул в монстрах. Вообще норм. Всегда бы так. Финиш, походу. Ой, я бы не расслаблялся. Автобус, про который мне тут говорили. Почему он перекрыт? Ну что ж. На всякий случай. Авто. Выход. Всех даже убил. Какой-то секрет не нашел. Терминалы практически все. Апгрейды все. Короче, прикольная штука. Заставляет сосредоточиться, не спешить. Если лезешь в бой напролом, попадаешь в западню. Как и в думах во всех. Поэтому ты выманиваешь, выманиваешь. Вот, все эти открыты, кроме вот этой штуки какой-то терминальной. Ну, тоже неплохо. Вот, всем спасибо, до новых встреч, до нового видео, пока.